Нубик, вставай, а то простынешь. Ой, блин, ты чё мне так пугаешь-то, житель? А ты чё спишь на моем огороде, я не понял. Ты мне сейчас тут все растения испугаешь, и они не будут расти. Да я ничего не хотел, я даже не помню, как я тут уснул, представляешь? Пипец какой-то. Блин, а чё у вас тут вообще происходит? Чё вы такие какие-то быстрые тут, чё, вы чё-то нашли? Да, представляешь, мы нашли, короче, здоровенный нереальный портал в ад. Он у нас находится под церковью, если ты хочешь посмотреть на него, иди и посмотри. Ого, портал в ад здоровенный, прикол, надо сообщить моим ребятам. И всем привет, ребята, с вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня мы, ребята, будем посмотрим мы с вами на здоровенный портал в ад вот под этой каменной церковью, посмотрим, какой он величины, какой высоты и все такое, пипец. И хочу вам сказать перед началом ролика то, что вы молодцы и решаете мои предыдущие видео, ой, примеры, вот, вы видите себя их на экране, а следующий пример у нас таков: 9 плюс 3 минус 5, ребята, решайте, и вы попадете в мой следующий видеоролик. И хочу сказать вам, чтобы вы подписались на мой канал и поставили лайк, это обязательно, иначе мы не сможем даже открыть эту вон ту вот дверь, потому что мы не, с вами не сильные и не осилим ее открыть, а если вы поставите лайк, то у меня прибавится сила дожить, да, Нубик, вот, и... Я смогу открыть эту дверь, и будет очень хорошо. Так, ну раз там портал в ад находится, то нам надо, скорее всего, добыть немножечко дерева, потому что ведь в аду нету дерева, а нам дерево по-любому пригодится, вдруг там что-то случится. Кстати, у меня вроде бы как есть... вот, смотрите, что у меня есть. Good Lucky Potion и красная кровать. Интересно, откуда она у меня? Я вообще не помню, чтобы я такого добывал. Пипец какой-то. Может, какой-нибудь профессионал мне скинул это все, и я не знаю для чего, правда. Ну ладно, посмотрим. Потом пооткрываем эти зельки в аду. А сейчас мы пока что вот этого дерева добудем и с вами спустимся в ад. Ребята, прикол. Вот. Так, смотрите, если вы поставили лайк, то я смогу открыть эту дверь. А если вы не поставили ее, ой, ну, не поставили лайк, то я не смогу открыть. Так что бегом быстрее нажимать на лайк, а я пока что подожду вас. А пока что я там попою песенку. Нубик, да не фин. Нуп, нуп, нуп. Да не фин. Нуп, нуп. Да не фин, играет в Майнкрафт, играет, выживает Майнкрафт. О, я вижу, ты поставил лайк. Ну что ж, тогда я, наверное, смогу открыть эту дверь. И мы с вами пробуем открыть ее. Туч, ого, ребята, смотрите, мы ее реально открыли. А вы поставили волшебный лайк, и я открыл эту дверь. А и теперь нам надо найти спуск в этот... В этот туннель? Смотри, житель уже оттуда, по-моему, вышел. Ну что, житель, там реально находится здоровенный портал в ад? Да, Нубик, я только сейчас оттуда вышел и увидел своими зелеными глазами то, что там находится здоровенный, нереально крутой портал в ад. Он просто нереально здоровенный. Ничего себе! Вот это прикол. Так, мне будет интересно посмотреть на него. Сейчас я кое-что проверю, может, тут что-нибудь есть у них наверху. Так, а тут у них наверху ничего нету. Кстати, я забыл взять покушать у жителей, потому что в аду тоже ничего не найти особенно. Так что... О, картошку мы с вами возьмем. И, ой, и житель, извини, извини, извини. И, кстати, было бы хорошо, если мы ее поджарили. Это было бы очень замечательно. Так, тут какая-то фигня повыпадала. Так, это свекла. Я, кстати, свеклу не очень люблю, но картошку я очень сильно люблю, потому что она очень вкусная, ребята. Представляете, она просто мне нереально подходит по вкусу. Так, вот это мы тоже у них заберем. Сейчас вот это все засеем. Угу. Тут вот можно хлеб добыть. Вот тут вот выращенные, так сказать, пшено. Вот так вот закрываем. Отлично. Так, вот тут вот тоже очень много, кстати. Повзаимствуем у них. Ну, я думаю, они не будут на нас злиться, потому что, я думаю, они жители-то добрые и не будут на нас ругаться. Вот так вот. Так, это все дело нам не нужно. Вот это выкинем, вот это вот тоже. Можно, кстати, сразу сделать верстачок. Ага, вот так вот, так, 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 вот так вот, отлично, сделать верстак, вот он, да, мы сделали, угу, сделать палочки, не, надо побольше палок сделать,
Или нет, пока что не будем побольше делать. Можно еще немножечко побольше добыть дерева, потому что я думаю, у нас уже очень мало штук, 18 всего лишь. Я думаю, этого нам не хватит. Вдруг там что-то реально будет интересно, ребята. Ведь это здоровенный портоват, там по-любому что-нибудь находится. А это офигеть. Так, вот так вот мы с вами последние досочки добыли, отлично. И теперь мы можем спускаться в этот ад. Давайте заходим сюда и давайте потихонечку спускаться. Житель, так, отойди немножечко. Нубик, не сталкивай меня, я не хочу обратно туда идти. Я не могу тебя обойти, так что ты пойдешь со мной обратно туда. Не хочу. Смотрите, ребята, там реально уже виднеется порталь в ад. Все. Житель, ты главное, ты сейчас упадешь. Что? Смотрите, он реально здоровенный, просто нереально. О, он выжил. Здоровенный, крутецкий портал в... А, ребята, смотрите, раз он выжил, то мы не умрем, да. Отлично. Он сколько блоков, на сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Где-то 13 блоков, ребят, вы представляете, 13 блоков. Портал в ад и высоту примерно столько же. Ну, может, поменьше чуть-чуть, но он просто нереально здоровенный. Главное, чтобы из этого портала сейчас не вышел какой-нибудь свинозомби и не убили нас. Вот это будет фиаско, братан. Так, давайте мы сейчас с вами покушаем. Кстати, тут находится железо. И я думаю, его можно добыть. Кстати, печечку можно тоже сделать. Сейчас мы... Ой, железо нельзя добыть-то каменной киркой. Вот это я, ну... Вот это я реально, ну... Я один раз вообще хотел добыть алмаз деревянной киркой. Я тогда бил, сломал, а алмаза не выпало. Вот это вот я расстроился тогда, блин. Вот это вот реально. Я практически так всегда нублю, прихожу и ломаю... руду, которая ломается только каменная или железная, я ломаю деревянную, потому что я нубик в Майнкрафте. Кстати, тут тоже имеется железо, надо его все добыть вообще, потому что я думаю, железо-то нам тоже пригодится, вдруг что там произойдет. Кстати, у нас есть Lucky Potion, почему бы нам его не пооткрывать? Давайте я вот тут вот пооткрываю. О, опыт. Это нам пригодится, когда мы будем чаровать какие-то предметы. Ну-ка, еще раз, давай. О, лошадка, приколь. Это что у нас такое? Почему у нас какая-то любовь выпала? О, очаровательные книги, отлично. Еще. О, даже выпал наковальные. Прикольно. А вот это мы сейчас зачаруем с вами, ребята. Смотрите, нам выпал полностью железный меч. И теперь, по-моему, мы можем... вот так вот наковальню ставим. Так, смотрите, то есть мы можем заковать железный меч на шипы, сила, защита от огня, взрывоисточник, бесные кары, огнеупорство, это прочность, невесомость, прикол, бич членистоногих, прикол. Давайте на силу зачаруем. Так, а почему? А вот так вот, что ли? А почему? А почему не чередуется? Пипец, а что, нас обманули, что ли? Ну-ка. А, и... Стоп. Так, ну вот это вот... Оп, нет, стоп. Откидывание меч... прочность вот это вот... Блин. Вот это вот... О, смотрите. Прочность может... Так, взрывоустойчивость, защита от снарядов, вот, возможно. Потому что там гасты, блин, летают. И нам по-любому нужна защита от снарядов. Так. Небесная прочность, эффективность, откидывание... Невесомость. Это что такое невесомость? Блин, я не знаю, что такое невесомость. О! Когда будто плюс 2 броня. Прикол. Так, давайте вот это вот зачаруем. Так, это... О! Взрывоустойчивость. Ну, давайте на взрывоустойчивость зачаруем. Шипы, шипы... Что это? Требуется уровень 4. А у нас второй уровень. О, 2. Прочь... Опа. Так, смотрите, теперь нам надо на что-то меч зачаровать. Так, это небесная кара. Во, не... Требуется один уровень. А, то есть нам надо, чтобы из Lucky Potion выпал сейчас какой-нибудь опыт. О, еще один железный сет, какие-то сердечки. О, печенюшки, прикольно. Так, еще одна лосятка. Ой, тортики. Еще один сет железный, прикольно. Так, только нам сет больше не нужен. О, зайчики. Так, блин, короче, нам опыт не выпал. Ну-ка, давайте еще, короче, немножко повыкидываем их. Так, что-то вообще не кидается у нас. И опыт никакой не... Блин.
Не, какая-то фальшивка, по-моему. Так, давайте тортик съедим. И давайте уже отправимся, короче, в ад вот таким вот составом. Давайте на счет 3 прыгаем. Раз, два. Стоп. На 2 прыгаем, погодите. 2, 3, пок. Ой, скинул. Ну ладно, 3, погнали. Нас засасывает в этот ад. Вот, мы с вами полетели в ад. Сейчас загрузка мира произойдет, и мы уже тут. Уй! Паук, ты что тут делаешь? А ты чё, плохой, что ли? Получай тогда по башке, потому что ты нас атакуешь. Иди нафиг. О, у нас, кстати, появился уровень уже. Смотрите, сколько тут лавы-то, впервые вижу. Столько воды, лавы, это пипец какой-то. Ой, ну, кстати, тут очень красиво, я вам могу сказать. Очень красиво. Так, стоп, надо кое-что сделать. А, ну да, все нормально. Так, что здесь тут можно сделать? Тут даже можно сейчас построить с вами дом, наверное, какой-нибудь. Это будет вообще крутотецки. Так. Давайте из дерева, блин, я думаю, тут очень опасно делать дом. Но я думаю, если подальше от лавы его делать, то ничего страшного-то и не произойдет. Давайте прям вот тут вот сделаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вообще какой-нибудь любой дом. Но я думаю, мы какой-нибудь с вами красивенький сделаем. Так, пипец, у нас-то блоков-то не хватает нифига-то. Вот это прикол. Так, раз, два. Воу, такой какой-то дом у нас кривоватенький получается. Но я думаю, он очень красиво выйдет. Так, вот так вот. Тут будет стекло. О, мелкий свинозем, приколь. Так, а у нас-то блоков... А, нет, есть. Почему? У нас есть каменные блоки. Вот так вот. Вот так вот, отлично. Вот так вот. Вот так вот надо поднять вот эти колонны. Отлично. Вот тут вот у нас будет... Дожи колено. Вот так вот она будет идти, идти. Тут у нас будет 2 стекла. И тут у нас дожи колено будет. Так. Ой, газ летает, смотрите. Приколь. Его надо как-то убивать, что ли. А как его убивать? Я не умею, я нубик. Ой, он на меня нацелился. Приколь. Вот так. А, надо в ответку ему кидать вот эти вот. Что? Ой, ё-моё. Вот это не прикольно. Так, надо побыстрее съесть что-нибудь, потому что у нас здоровье уже не хильца. Я вам предлагаю как-нибудь убить этого тупого гаста. Так что подходи сюда, и ты получишь по лицу своим фаерболом. Так, опа. Блин, я горю. Я горю. Помогите мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, где мой меч? О, отрикошетель. Не, не попали. Ой, блин, опять не попали. Так, да что ты будешь делать? Во, прям в него лети, смотрите. Блин, мимо как-то косануло. Ну, в него попади. Пипец какой-то. Он какой-то уворотливый слишком, пипец. В него очень сложно, ну, попасть. Ну, блин, мимо. Прилетели. Так, надо быстро покушать, пока что он не кидает свой фаербол. Он кидает. Огонь. Ой, мимо промахнулся. Так, надо вот этот вот. Всю фигню убрать. Ну, у него летит же. Да, я убил гаста. Смотрите, мне дали какую-то ачивку вернуть отправителю. Приколь, блин, только я из него то, что выпало, упали, наверное, скорее всего, вниз туда. Блин, это не прикольно, ребята. Так. Опа, а я, по-моему, сделал самую глупую ошибку, потому что только сейчас до меня дошло то, что я мог сделать каменную кирочку из этих вот инструментов, из этих блоков, и добыть красного блока, и я тогда бы точно сделал бы наш домик. Пипец, только сейчас до меня дошло. Вот это я... Это что? Ты что в моем доме делаешь? Ушел из моего дома. Ушел, быстро. Так, они на меня атакуют, они меня атакуют, смотрите, я убил их маленького зомби, и они теперь меня бьют, и хотят меня убить, наверное. Ой, да, в натуре, получай, 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 они все на меня идут войной, смотрите, это реально какой-то пипец, они меня убили, пипец какой-то, ребята. Так, а где наша деревня-то находится, я что-то уже позабыл. Так, наверное, нам надо включить, воспользоваться режимом богом. Вот так вот, немножечко взлететь и... А, вот она. И вернуться в наш городок. И добыть вообще немножечко дерева. Сейчас с вами добудем, потому что там вообще пипец какой-то, нам нехватка дерева происходит. Так, вот это вот забираем. Вот это вот забираем. Сейчас мы там дом построим, и это будет замечательно. Так. Я думаю, блоков еще вот таких вот 5 добудем, и там точно у нас дом будет готов. Вот так вот. Раз, два...
3. Короче, он до того ряда доходим, мы забираем все. Вот тут, я думаю, ему вот эти вот блоки-то не понадобятся. Ой, я как раз тут спал. Для меня это, можно сказать, кроватка можно сделать. Вот так вот. Так, вот это вот тоже забираем. И вот это вот тоже последнее забираем. 10 штук у нас, и это очень хорошо. Так. Заходим вот сюда вот. Где у нас тут? Тут порталь-то, да, вот тут. Закрываем, потому что там находятся нереально крутые вещи, ребята. Так, спускаемся. Ого, ого, что тут происходит-то? Пипец, надо быстро сваливать. Свинозомби атаковали наш мир. Вот это вот самое неприкольное. Так, главное, чтобы пауки и эти все фигни за мной не пришли. А почему нас не засасывает в ад? А, засосали. Прикольно. Блин, главное, чтобы... Ой-ой-ой, что-то лагает. Так, надо быстрее все переделать. Ага. Ой, 40 блоков там. Нам этого хватит, я думаю. Так. Давайте все вещи наши поднимем. Вот это вот тут, это вот все отлично. Теперь нам осталось только доделать потолок. Вот так вот. Потом мы делаем вот так вот. Потом вот так вот, так вот, вот так вот. Так вот. Так вот, так вот. Отлично пока что. Ой, блин, промахнулся. Вот этот вот блок не нужно тут ставить. Так, отлично. Тут у нас такое стекло, потому что, я думаю, нам тут, это, как вот, песок-то точно нигде не добыть. Я думаю, такие вот маленькие мы с вами стеночки сделаем. Вот так вот. И вот так вот. Во, отлично, такие у нас как бы открытые... Стекла у нас получается. Кстати, у нас очень много еще лакипоинтов. Так, вот сюда вот. Отлично. И теперь можно сделать потолок. А, у нас не хватает. Ну ладно, я думаю, потом как-нибудь я один, когда буду, дерево схожу обратно. Вот. И можно теперь тут поспать. Ну-ка, давайте ложимся спать. И с вами был Даня Финуп, и я пошел спать. Давай. А, что? Не понял. Я взорвался? Приколь. Это я реально взорвался. Офигеть, а как это произошло-то вообще? Я лег спать, и все взорвалось. Пипец какой-то произошел, по-моему. Офигеть. А в аду нельзя спать, по-моему. Прикольно, ребята, я только сейчас узнал об этом. Пипец, ребят, если вы мне написали до этого то, что в аду нельзя спать, то вы, конечно же, молодцы, а я вас тупо не послушал и лег спать, пипец какой-то. Вот это я реальный Даня Финуп, и мне вообще нельзя играть в эту игру в Майнкрафте, это вообще пипец какой-то, я сам себя опять затроллил. Пипец какой-то, надо дерево тут поставить, и все, пипец какой-то произошел. И на этом, я думаю, можно завершить наш данный видеоролик. И спасибо, хочу вам сказать, то, что вы посмотрели видос это до конца. Вот так вот. Огромное спасибо. Вот, хочу сказать спасибо тем, кто решил мой пример, и вы попадете в мой следующий видеоролик. Вот так вот, решайте, и вы попадете в мой следующий видеоролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, посмотрите видосик, который у вас появился сверху, справа, снизу, слева. Везде они появляются, вот. И хочу сказать, чтобы вы посоветовали мой видосик своим родителям, близким, родственникам, друзьям. В общем, всех, кого вы знаете. А с вами был Даня Финуп, ребята, всем удачи и всем пока. Пока-п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 ока-